Не сказать, чтобы я не любил BMW. Конечно, я люблю эту машину. Но вот эту машину полюбил больше любовью. Но дело в том, что эта машина не продается. И вообще она замечательная машинка. Кто нам ее сегодня представил? Сегодня нам ее представил фирма Бикар. И я поразился. Я видел, конечно, этот автомобиль, мы заглядывали под капот. Но когда я еду в одном очень интересном месте и снимаю этот автомобиль, я могу слышать, как работает двигатель. Мне сначала показалось, что BMW X5 это турбовый автомобиль. Почему? Потому что двигатель работает, и он работает не слышно. Только слышны шелест ремешков. Почему двигатель так работает? А вот теперь, ребята, по-жесткому, по-серьезному. Теперь пришло время экономить. Одна очень солидная фирма города Магнитогорска, видать, решив подпортить себе репутацию, решила экономить следующим образом. Просто в течение 2 месяцев отказалась платить по своим долгам. В результате это и по мне ударило. И в результате я подумал, что, ребят, ну, честно говоря, на не самом дешевом бензине мне кататься уже сложно, хотя один из автомобилей я оставлю на бензине, а все остальные я переведу на газ вместе с фирмой Бикар, которая располагается на улице Лесопарковая, 97/1. Причем, ребята, пришло время переводить все автомобили, и пришло время покупать все-таки автомобили, ну, скажем так, секонд-хенд. Это касается всех инжекторов, потому что система газового оборудования 4-го поколения, что она позволяет? Ребята, вы что думаете, что давление топлива в системе автомобиля, ну, это в среднем 2,5-3 очка. Давление топлива в газовой системе автомобиля – это всего лишь 1 атмосфера. И при этом в цилиндр попадает топливо-воздушная смесь. Теперь о прелестях нашей страны России, в частности, потому что у нас запасы пропана очень-очень велики. Это вам не взрывоопасный метан, который, ну, на юге добывается. Так вот, октановое число и почему этот автомобиль так классно поет – это 98. Я вот побывал в Турции, покатался там на 97-м бензине, на том 97-м от BP. Ой, блин, пасхальный. 1.3 машина как едет. Эта машина трехлитровая. V6. Ну, я не скажу, что у нее нету возможности погазовать. Мы сейчас вам еще покажем, как машина ездит. Так вот, система установки проста. В принципе, вам надо подать, конечно же, только газ в газообразном состоянии. И для этого есть специальный подогреватель. Но это уже нюансы. Расход газа здесь, ну, может быть, чуть-чуть выше, чем бензина, но зато цена вопроса. И цена вопроса, и когда газовое оборудование окупится. Ну, во-первых, если вы решили поэксплуатировать нормальные автомобили, а нормальными автомобилями я считаю, извините, ребята, ну, вот, только автомобили с объемом двигателя свыше 3 литров, то есть все пикапы к вашим услугам. Пожалуйста, вы можете поставить как небольшой газовый баллон, так и тороидальный в запаску. И это небольшая проблема, потому что вообще запаской во всем мире никто и не пользуется. Потому что, ну, везде есть шиномонтажки, можно, в конце концов, вызвать такси, машину на домкрате поставить, ничего с ней не случится. Ну, вопрос окупаемости. Базовая комплект оборудования стоит, ну, примерно, ну, среднюю цену я беру 30 тысяч рублей. Потому что, ну, извините, если у вас V8, то там надо посоображать и систему перенастроить. И если у вас V8, это уже объем свыше 4,6, да? То вы, конечно, забудете о необходимости задумываться и экономить топливо. Вы начнете просто машину юзать по-серьезному. И в результате это оборудование у вас окупится, ну, максимум за 3 месяца. Коммерческий транспорт там еще веселее. Оборудование окупается, в принципе, если это грузовик, ну, на газу, да? Допустим, это автобус американский, любимый, 5,7, да? Ну, месяц, все. Что касается дивных автомобилей отечественного производства и продаваемых у нас, которые не слетают с гарантии. Вы, пожалуйста, приезжайте в Бикар, да-да-да, все автомобили газ, в том числе, и, я думаю, Сайбер, в том числе, можно переставить на газ. Багажники у Волк, ну, нормальные, это единственный любимый мой отечественный автомобиль, к которому у меня нет никаких претензий. Так, поехали, пожалуйста, в Автоград, взяли УАЗ Патриот. Ну, с проходимостью УАЗа вопросы должны быть сняты полностью. Соответственно, на газу эта машина ездит очень великолепно. Мы, допустим, в Турции брали на газу и катались на Suzuki Samurai. Великолепно. Машина вся дребезжит, но тянет. Вот. Ну, куда приезжать? Лесопарковая 97/1. Это практически рядышком с телевышкой. Заезд есть со стороны, скажем так, гаражей, потому что, ну, немножко там что-то с дорожкой проблема.
поставить автомобиль, обслуживать только в Бекаре, заправляться, ну, желательно тоже в Бекаре, потому что есть, ну, и бонусная система, и накопительные карточки. Сейчас мы еще разовьем сеть заправочных станций. И скоро, и очень скоро, к вот этому автомобилю, который позволяет вам, ну, в холодном режиме, конечно же, машина заводится на бензине, в автоматическом режиме она затем при достижении 40 градусов переводится на газ, и это уже чистая экономия. Так что, ребята, задумывайтесь о том автомобиле, который вы купите. Кстати, если вы еще купите очень дешевый китайский автомобиль, вы можете запросто его также, ну, слетев с гарантии, потому что, ну, запчасти стоят действительно копейки, а газ не так портит ваш двигатель, как наш замечательный, непонятно какой, бензин, разбавленный, извините, ослиной мочой. Частенько такое случается. Так что газ – экологичный, чистый, экономически выгодный продукт, который вы можете себе установить в ваш автомобиль. Откровенно говоря, не совсем понятна позиция нашего правительства. Где курс на тотальную газификацию автопрома? Газа этого у нас количество неограниченное. Для транспортировки его не нужны титанические усилия. Так же, как и для зажижения. При общих шибзданутых ценах на нефть реально понимаешь, что за газом будущее. А теперь понимаешь еще и то, что с установкой современной системы инжекции автомобиль не только не теряет мощности, потому как не надо колдовать с форсунками. Должное количество газовоздушной смеси поступает и в турбовые двигатели. Еще один бред сивой кобылы развенчаем. Типа громоздко и неудобно в багажнике. Может быть, потомков поволжских цыган это и не устроит? Но вы когда в последний раз-то битком набивали багажник? Что, действительно часто? Ну так поставьте себе аэробокс, и лыжи туда, и рюкзаки войдут. А когда вы посчитаете цену путешествия на юг на нормальном 5-литровом движке, на газу, с возможностью прыгать из потока, и сравните с ценой бензинового вояжа, то вам все станет ясно. Теперь вопрос с запаской или докаткой. Ну и в первом и втором случае вариант с установкой тороидальных, то есть бубликообразных баллонов, никто не отменял. Но в универсалы или джипы, например, монтируют специальные подиумы, которые спецы Бекара разрабатывают индивидуально. И опаться, и запаску, и докатку достаем легко. Поэтому в выборе авто рекомендую останавливаться либо на больших седанах, либо на универсалах. И, кстати, в универсал малого размера баллон монтируется легко. Что касаемо герметичности магистрали и пожаробезопасности. Но напомним, давление 1 атмосфера. Это в 2-3 раза меньше бензинового. Хомуты фирмовые. Прежде таких и не видывал. Руки умелые. Оборудование надежное. И лезть самому не рекомендую никогда. А если уж необходимо переключиться на бензин, никуда лезть не надо. Достаточно просто кнопку нажать. Теперь резюме. После детального ознакомления я лично решил более новые автомобили не покупать. Про дизель экономичный забыть. И перевести все свои авто на газ в фирме Бекар. Здесь же оформить дисконтную карту и заправляться газом на фирменных заправках. А затем, заправившись очищенным газом, измываться над балбесами на трассе и в городе. Потому как, сохраняя приличный темп движения, к финишу мы приедем вместе. Вот только я еще с деньгами, а они нет.